Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня будет закупка продуктов из магазина «Лента». Получилось у меня где-то на 10 тысяч, но закупка достаточно большая вместе с бытовой химией. Чек будет, как обычно, в конце видео. Давайте я вам все покажу. Давайте я начну отсюда, как раз-таки с бытовой химии. Купила такую большую ласку. Она была со скидкой по 500 с чем-то рублей, гель для стирки, бережная стирка. Ну, как раз всякие свитерочки стирать, всякое такое. Отлично подойдет, мне такой надолго хватит. И свой любимый кондиционер для белья, вот этот лентовский, он очень мне нравится, стирать какие-то тряпочки и тому подобное, придает аромат, отличное средство. Дальше здесь у меня туалетная бумага, взяла вот такую большую упаковку сразу. И здесь же у меня пеленки для моей младшей собачки, взяла упаковочку целую. Дальше, таблетки для посудомойки. Очень мне нравятся вот эти таблетки. Они классные, не оставляют налета. Не знаю, самые лучшие и бюджетные по цене. Также лентовские вот эти салфетки антибактериальные тоже мне нравятся. Докупила, взяла уж в придачу пачку. Дальше вот такие бомбочки взяла. Очень понравилось моим детям купаться с бомбочками. Тут, правда, 3 штучки, но им по одной и розовенькую мне, наверное, такую. Так, Собакин, мой старший, пришел проверять, все ли в порядке, да? Все, мама купила. Вот, дальше здесь у меня пакеты для мусора. Большие сразу беру. Мусор с улицы какой-то, с дома тоже отлично. Две зубные щетки вот такие взяла, Colgate. И здесь одноразовые бритвы, упаковочку вот такие, Gillette, дезодорант мне и мужу. И еще вот такие губки. Я, кстати, все время вот эти лентовские беру. Ну, что, их все равно нужно часто менять, поэтому они бюджетные и отлично моют. Бывают еще маленькие такие, вот я в этот раз взяла вот такие. Вот, и своим девочкам, старшим и младшим, я тут набрала всякие вкусняшки. В общем, старшая взяла вот такую большую кость. Отличный, кстати, вариант чистить зубы. Действительно, зубы очищаются очень хорошо. Вот, но у меня старшая собака быстро сгрызает. Хотя вот такую большую первый раз увидела в ленте и взяла ее. Потому что обычно маленькие такие косточки для маленьких собак. А вот для большой первый раз увидела, в общем, взяла ее. Но у меня любит собака такие вещи. И также старшие я взяла еще вот такие, две поменьше. Вот, ну, в общем, нам надолго хватит. Я не очень часто даю. А вот это я взяла младший. Вот такую нарезку из говядины. Вот, для маленьких пород. Вот такие вот мини-косточки. Она, у нее еще молочные зубки, поэтому я думаю, что ей будет как раз отлично. И еще вот такие вот колбаски. Вот. Они такие мягенькие, отличные. Ну и дальше основная закупка продуктов. Давайте начнем отсюда. Мясо я никакой не брала, потому что я сейчас мясо покупаю, ну, скажем так, фермерское в местном магазинчике. Я так это назову. Но взяла треску. Там ее как раз выкладывали. Я подумала, что она должна быть свежая. Взяла 2 штучки. Я ее просто нарезаю, сверху лучок и в духовку. И получается очень вкусно. Ну, соответственно, специи немножко добавляю и такими стейками нарезаю. Не обжариваю ее, потому что ее, когда начинаешь обжаривать, она разваливается. Я ее запекаю в духовке. У меня муж любит треску. Я с огромным удовольствием ем. Дети у меня не едят, к сожалению. Дальше. Купила колбасу вареную. Мальчики мои попросили сделать оливье. Поэтому я еще взяла здесь, прихватила сметанный. Ну, майонез сметанный вот такой. Вот. И увидела вот такой брусничный соус для мяса. Мне кажется, должно быть очень вкусно. И вот такой еще взяла соус. Какой-то бургер-соус. Мужу моему очень нравится. Сыр вот такой российский. Кусочек взяла и был со скидкой вот такой. Кстати, первый раз такой вижу, сыр с топленым молоком. Вот, поэтому взяла тоже кусочек. Также у меня здесь, девочки, набрала всякие сырочки, всякое такое, трубочки вот эти очень мы тоже любим все. Я, как уже повторюсь, люблю вот такие картошка, сырки очень вкусные и лентовские вкусные, но вот эти светлогорье, они вкуснее, скажем так. Я светлогорье беру тогда, когда на них есть скидка. И вот это вот я детям на перекус тоже взяла.
Так, из молочки также у меня здесь молоко. Домик в деревне, 2 упаковки взяла. Мы молоко используем только в кофе или я пеку, соответственно, блинчики. Поэтому беру все время вот такое молоко. Сметану еще взяла 15%. И, кстати, к рыбе можно добавить немножко сметаны, укропчика, и вообще будет тогда супер. Еще взяла вот такие штучки. Тоже первый раз увидела. Какой-то творожный сыр. Сыр-мусс, здесь с прованскими травами, и это просто сливочное. В общем, попробуем. Также взяла тесто. Вот это тесто было... Хлебный дом, кстати, хорошее тесто мне. Я уже покупала, как-то мне нравится. Бездрожжевое. Взяла 2 упаковки по 500 грамм. Оно было со скидкой тоже. Дальше у меня здесь соки. Гранатовый, обожаю гранатовый сок, тропический микс и вишневая черешня. Скоро, кстати, будет черешня уже, точнее, как скоро, да, не очень скоро, но я уже очень жду, когда начнут продавать черешню, я ее обожаю. Потом выпечку вот такую лентовскую взяла, 2 вот таких батона, это багет какой-то парижский лента. Вот они по 14, ну, считайте, 15 рублей я взяла 2 штучки, потом вот такую какую-то булку. Мне кажется, она должна быть, девочки, очень вкусной. Вот такая она, видите, по 60 рублей. Вот, что-то я до этого не видела вот такую в ленте. И вот такой вот хлебушек тоже лентовский, 11 рублей. С отрубями. Я люблю вот такой. Он, кстати, очень такой ароматный, даже каким-то как семечками. Хотя здесь с отрубями, но пахнет, как будто бы там семечки какие-то. Вот, и еще взяла лентовские вот эти панировочные сухари. Я их храню в морозилке прямо вот в этом пакете. И достаю тогда, когда мне нужно. Они тогда хранятся, никакие жучки в них не заводятся. Потому что это сделано из хлеба, лента делает сама. Также здесь взяла, соответственно, горошек на салат оливье и кукурузу еще. Вообще вот эти консервы я постоянно беру, они мне всегда пригождаются. Я делаю, например, салат с капустой, помидоры, огурцы. Добавляю вот эту кукурузу, получается очень вкусно. Взяла снова вот эту муку тонкого помола. Очень она классная для выпечки, для каких-то булочек и тому подобное. Это идеальная мука. Действительно, получается очень пышное тесто. И еще взяла, видите, новый вкус, Паулик. Он также был со скидкой. Какой-то новый аромат. Вот такой взяла. Такой не пробовали еще. Также здесь у меня крупа гречневая. И много всяких вкусняшек. Я бы так это назвала. Вкусности, да. Вот такие штучки какие-то. Уж очень они аппетитно выглядели. Вот такие вот бисквит шокопини с кунжутом и начинкой со вкусом вареная сгущенка. Вот такую взяла коробочку. Вот. Также это было со скидкой, поэтому я решила взять мальчишек своих побаловать. Орео вот этот, хотя я его тоже люблю. Конфеты. Взяла вот такие попробовать. Какие-то славянка, шоколадный детский сувенир. Не знаю, что это за конфеты. На них тоже была скидка. В общем, тут чуть-чуть взяла. И вот эти вот, очень я люблю вот эти тоже конфеты, как и батончики. Мишка в лесу. Действительно вкусные конфетки на 104 рубля. Прям обожаю. Здесь также у меня вафли Яшкино шоколадные. Вот эта кукуруза жареная, соленая. У меня муж ее очень любит. Купила ему круассаны. У меня на завтрак часто стали есть мужчины. Поэтому взяла ему вот такие большие. Они были со скидкой. Ну, еще до кучи взяла кукурузные палочки. И до кучи взяла вот эти. Тоже у меня и муж любит, и дети любят вот эти жевательные конфеты. Я вообще не люблю вот этот жевательный мармелад. И вообще мармеладные конфеты я терпеть не могу. А себе, девочки, я взяла козинак. Только я дома ем козинак. Но я обожаю его. Это же вкуснятина просто. Халва, козинак. Это что может быть вкуснее? Ну и здесь у меня фрукты, овощи. Купила бананы. Кстати, очень вкусные бананы. Мы с сыном уже съели в машине. Взяла 2 ветки. Одну такую более зеленую, а вторую более желтую. То есть мы сейчас одну съедим, а потом будем уже зелененькую кушать. Помело. Хотя я почему-то его все время называю помело, девочки. Я не знаю, откуда это у меня взялось, но все время называю помело. Мне все время сын говорит: мама, помело. Я говорю: нет, помело. В общем, я его не люблю. У меня ест его дети и муж. Вот. Дальше яблочки. Роял Гала. Вот такие. Киви. Они были по 70 с чем-то рублей. 79, по-моему. Вот. И из овощей взяла 2 баклажана. Появились баклажаны. Я взяла только 2 штучки на пожаре к ужину.
будет отлично. Дальше взяла вот такой перец. Я обычно его не в салат добавляю, а просто так нарезаю, соломкой грызу. Кроме меня перец тоже никто не ест у нас в доме. Вот просто так. Если добавляю в салат, но муж еще поест, дети точно не будут. Поэтому я чисто для себя. Вот. Дальше здесь у меня огурцы. Вот такие, кстати, неплохие. Томаты взяла по 110 рублей. Лук эконом снова появился, я взяла немного. И еще вот такой картофель. Я взяла, во-первых, сейчас поставлю, сварю на салатик оливье. Во-вторых, вот этот молодой картофель, крошку-картошку я из него делаю или просто запекаю в духовке. Он очень вкусный. 54 рубля, до этого было 59. Очень вкусный вот этот картофель. Я не знаю, откуда они его привозят. Тут, наверное, ничего не написано, как обычно. Первый сорт, дата сбора 2020 год. Но он очень вкусный, вот этот картофель. Так что, увидите, если ездите в Ленту, увидите, обязательно возьмите. Так что вот такая вот у меня получилась закупка. Сейчас вам покажу чек.